Я просыпаюсь, и примерно вот столько градусов. Очень холодно, пока что не включили отопление. На завтрак у меня крабовый салат, хлеб, тост поджаренный, который будет со сгущенкой, чай без сахара. И возьму чуть позже с бананом и клубникой. И, конечно же, под завтрак буду смотреть YouTube. Всем доброе утро. Я наконец-то более-менее стала похожа на человека. Сегодня у нас... Какой вообще день? Сегодня четверг, и у меня достаточно много планов. Уже 8:30. Я сделала стрелки. Впервые на видео со стрелками, наверное. Буду писать планы на день. У меня сегодня в 17:30 начинается практика. Давненько я не украшала свой ежедневник разными наклейками. Кстати, я только что их переложила. Раньше они у меня лежали, а теперь они вот в таком вот стоячем положении. Их очень удобно перебирать и выбирать, какие тебе нравятся. Вот такая красота у меня получилась. Сегодня необычный день. Дело в том, что я хочу себе купить что-нибудь новое, интересное, красивое, эстетичное, что будет меня радовать. Поэтому пойду в торговый центр, посмотрю, похожу. Надеюсь, что-нибудь куплю из одежды, потому что мне уже действительно нечего надеть. Сейчас хочу сделать локоны. Я заметила, что в последнее время популярно закручивать концы вот так вот вовнутрь. Хочу так же сделать и посмотреть, как это будет выглядеть на мне. Да, без зеркала делать это плохая идея. В общем, все, я готова, сейчас выхожу гулять. Перед выходом я всегда беру жвачку, не знаю почему, у меня уже как привычка. И, кстати, это очень вкусно, с черникой, попробуйте, если не пробовали. Хочу еще поменять свой чехол на телефон, вот на этот. Здесь есть картинка, можно без нее, она двухсторонняя, вот такой вот прозрачной, с цепочкой. Очень удобно держать. И красиво выглядит. Перехожу на телефон снимать. Я дома. Показываю покупки. Раз, два. Мой рюкзак, конечно же. Продукты. И 6 литров воды. Не спрашивайте, как я это все дотащила, я сама не знаю. Ну а теперь распаковочка. Начнем с продуктов, потому что нужно их поместить в холодильник. Покупки студента. Протеиновый батончик, чтобы набираться сил. Маленький лимон буду добавлять в чай. Лаваш, хочу сегодня сделать кебаб. Куриное филе для кебаба. Кетчуп, опять же таки, для кебаба. 2 томатика. Мои любимые мягкие вафли с вареной сгущенкой. Подруга посоветовала вот такой вот киткат с арахисовым маслом. Вот и все продукты.
Теперь переходим к уютным покупкам. И то, что я купила для себя я очень редко что-либо покупаю. В основном я покупаю что-то для видео, для уюта, чтобы вам было приятно, чтобы была красивая картинка. Сначала покажу, что я купила для себя. Зашла в первый магазин и нашла просто шикарный спортивный костюм. Вы посмотрите, какого он классного цвета. Мне понравилось, как он сочетается с моими волосами. И вообще, на меня всегда очень проблематично находить вещи, так как я достаточно худая. Либо талия очень широкая, либо наоборот, не хватает длины. А этот спортивный костюм просто идеально сел. Обычные спортивные штаны розового цвета, без ничего. И теплая толстовка с надписями. Мне нравится. И последнее, я купила небольшую книжечку Агаты Кристи. Кому интересно, можете прочитать, про что она. Я люблю детективы, триллеры, поэтому буду читать. Ее, опять же таки, удобно брать с собой, потому что она совсем небольшая. Далее переходим к покупкам для дома. Покупала все в Юске. Обожаю этот магазин, так как у нас нет Икеи, и он как альтернатива. Там уже появились новогодние коллекции, и я уже начала покупать новогодний декор, чтобы в будущем снять, возможно, видео, украшаю комнату к Новому году. И я помню, когда я шла закупаться в декабре, уже очень многое было разобрано. Я не могла найти нормальные подушки, наволочки новогодние, красивые. А тут я зашла и сразу же увидела вот эту вот подушку. Посмотрите, какая она красивая. Здесь птички, она новогодняя. Крисмас. По-моему, она идеально будет со всем сочетаться, поэтому как ее не купить? Далее. Еще одна подушка в виде звездочки, вот такая вот маленькая. Буду делать всякие композиции. И последнее, вы готовы это увидеть? На прошлой неделе я также была в этом ТЦ с подругой, и нам безумно понравился этот плед, и я подумала, у меня нет какого-то красивого пледа, у меня только вот такие вот со всякими узорами, а я давно хотела какой-то пушистый однотонный. Я очень люблю эту ткань, она безумно нежная. Похож на мультипу. Давайте как-нибудь сделаем красиво. В принципе, время до практики у меня еще есть. Знаете, что я сейчас поняла? То, что он маленький для моей кровати. Ну, конечно, Полина не смотрит на сантиметры. Я думаю, этот плед для того, чтобы накрывать только пол кровати, чтобы сделать ее там красивой, как на картинках, знаете, в Икее, в Пинтересте. Также будет очень удобно накрывать. Ну, для меня достаточно. А пока вот так вот, но тоже очень красиво. Вот эту вот рождественскую подушку я сейчас уберу, и звездочку тоже, потому что сейчас еще не сезон. Я уже буду украшать в отдельном видео с вами свою комнату к Новому году. А сейчас у меня небольшой перекус и отдых за чтением книги. Я сейчас читаю вот эту вот книгу «Кафе на краю земли». Здесь два произведения: «Кафе на краю земли» и «Возвращение в кафе». Первое произведение я уже прочитала, оно небольшое, и мне, в принципе, понравилось, но, конечно, есть и немножечко абсурдные моменты, но некоторые мысли мне понравились. Можете прочитать, про что она. Буду читать продолжение второго произведения, 16 главу. Я сегодня также искала какие-то подобные книги, но мне что-то не особо понравилось, поэтому я взяла Агату Кристи. Почитала несколько глав, уже и спать захотелось. Сейчас время подключаться к занятиям, к практике. И пока буду подключаться, заполню ежедневник. Для кебаба мне нужен лаваш, куриная грудка, кислые огурцы, свежий помидор, кетчуп, майонез и картоха, которая жарится. Острый! Парвирот называется. Что-то она у меня получилась, ну, очень огромная, хрустящая. Сейчас буду пробовать, что это я замутила. Это очень вкусно.
Я только что выполняла тренировку от Хлои Тинг на ноги, наверное. Устала. Сейчас буду переодеваться и уже готовиться ко сну. На этом мое видео, наверное, подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить пальцы вверх, чтобы повысить мою мотивацию. И заходите ко мне в телеграм-канал. Всех люблю, всем пока!